Ой, я тут что узнал-то? Ой, вы не поверите. Сейчас расскажу. Так, обо всем по порядку. Хорошо? Поехали. Оказывается, есть такая реклама нативная. Тоже реклама, но не такая противная. Как бы не в лоб она подается, а товар все равно продается. Вот пример рекламы такой. Блогер берет сухарик ногой, за щеку его ловко так херак, хрустнет смачно и скажет: ништяк. Ногой не для хайпа и не от скуки, просто он в танке и заняты руки. Клюют на рекламу такие вот танкисты, тоже жрут сухари, у кого ноги чистые. Производитель сухарей ништяков платит блогеру: будь здоров. Поднимают такие онлайн танкисты больше в 100 раз, чем офлайн трактористы. Я как узнал, сразу за дело, оперативно, резко, смело. И вот теперь я пациент клиники Саблезубоден. Презервативы для одиноких, Антон. Да-да, для одиноких, ты удивлен? Вон идет соседка, такая скромница. Прекрасный способ познакомиться. Играю в онлайн игру «Стройбат». Жесть, кровища, второй Сталинград. Это настоящий шутер военный. Четвертая часть — лопата победы. Похоронное бюро — спящая красавица. Я попробовал, мне нравится. Проведение свадеб, юбилеев, народный артист Бурятии Владлен Матвеев. Музыкальная фабрика ля бемоль, согреет душу, сэкономит уголь. Чего так в России березы шумят? Мне говорят: а где поднять бабла нехило? Азино, топор, косилка, мясорубка, прялка, шило. Птицефабрика «Русь» на зависть иностранцам. Наш девиз — слава яйцам. Велосипед «Снежинка» надо брать. Готовь сани летом, твою мать. Короче, работы не в проворот. Вот только бабла никто не шлет. Но вот как-то рано поутру пишет мне Bliber.ru. Это биржа рекламы нативной, разной, противной и непротивной. Пишут, мол, видим, ты пашешь, дедуля, а получаешь огромную дулю. Вот подпиши-ка ты, старый дурак, на сумму такую-то контракт. Почем договор? А это вот тайна. Но хватило на трактор и 2 комбайна. Название, конечно, смешное. Bliber. Все путал. То Трипер, то Джастин Бибер. Но, как я сказал на медне бабки, хрен с ним, с названием. Платили бы бабки. А че, вы думаете, что это все реклама Bliber, что ли? Нет, ну что вы, просто ребята хорошие.